Привет, меня зовут Светлана, вы на канале «Сидеть в школе». Мои хорошие, как и обещала, сегодня я наконец-то выбралась на море. Вот сейчас жду Мишеля с Миланом. Вот Миланчик будет такой счастливый, класс. Вот он очень редко бывает на море, потому что нам нужно ездить на транспорте. И я не люблю, когда много детей и тут собака. Поэтому сейчас покажу вам, когда они приедут. Я надеюсь, что я сейчас не обпалю себя. Я чуть-чуть посижу и буду закрывать свои плечи. Потому что не хочется повторно. Время уже 2 часа дня. Я ничего с собой не взяла и не успела пообедать дома. Поэтому вот он мой будет обед. Целых 5 нектаринов и больше ничего. Ну и вода, соответственно. Так что мне приятного аппетита. Для меня вообще сейчас идеальное время. Я бы спокойно смогла жить на одних фруктах. Правда, не знаю, насколько это полезно, но это очень-очень вкусно. Милан, кто там приехал на море? Кто приехал? Не хотели пускать, да? Что они вам говорили, Мишель? Ну, это знаешь почему? Потому что вы без родителей. Без родителей, видно, не пускали. Смотри, лапка у нее. Чего вы такой поводок взяли? А здесь удобнее было. Понимай лапку. Ну, пойдем. Вот. Мама, подпиши, пожалуйста, я разденусь. А ну, мы пойдем в водичку. Пойдем, Милан. Милаш, пойдем. Иди. Собака называется, выросла на юге, а море толком не знает. Давай, иди сюда. Не, он и в прошлый раз не хочет. Да ты не хочешь? Ты не хочешь? Иди сюда, иди. Жарко, да? Ай, жарко, Миланчик, иди. Вот за Мишелем он должен пойти. Иди, а потом тебе его. Мама, помоги. Куда пошел? А, подожди, 10 рублев надо дать. Ну, купайся, ничего страшного. Вот он. Боится. Ну что это такое? А? Тебе же хорошо будет. Милан. Ай, вообще, воду не любит. Где Мишель, Миланчик? Не хочется. Иди сюда, иди к маме. Не хочется, скажи. Не хочется, да? Мишель, на руки только. Ну вот такой, не привыкший. Ты же его не берешь на море. Скорей, мой хороший. Скорей. Иди сюда. Иди, мой хороший, иди к маме. Не надо ему помогать, он нормально плывет. Не, я ему не помогаю. Ко мне. Все, вот он мой красавчик. Не особо ему нравится наша идея, да? Не особо. Все, будем сидеть. Миланчик, где Мишель ушел? Ушел, да, оставил тебя. Ты переживаешь, да? Мой хороший. Плакал. Почему ты плачешь? Мы же тебя не бросили. Мы же с тобой. Мишель пошел купаться, да? Миланчик. Что такое? Ох и пацаны. Вместе, конечно, веселее, да? Вот дурачки.
Вот он, красавчик. Вот он, мой хороший мальчишка. Что там, бросил тебя, да? Мишель, ну он же к тебе. Скорей, 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 скорей. Мой мальчик. Пошел, 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 пошел. Плачет. Ох уж где друзья. Мишель, ну я пойду окунусь. Пойду покупаюсь. Ну, водичка просто бомба. Да, прохладно еще, но солнце все равно очень-очень печет, поэтому надо. Пацаны мои там где-то. Сейчас пойдем посмотрим. Я, конечно, отличная мама. Я зашла, купила в магните черешню. На море взять Мишелю. Очень цветет. Но я ее не взяла. Я занесла пакеты домой и все. Я тебя сейчас жду этого момента, когда он подойдет и скажет, а где черешня? Черешни нет. Будем терпеть. Да, я решила все. Теперь я буду взвешиваться один раз в месяц, 1 числа. Не хочу этих взвешиваний, хочу немножко приостановить свое похудение. Вот, я очень долго об этом думала, но решила все-таки останавливаю. Все, стоп похудению. Я хочу в этом весе остаться на все лето, может быть, месяц, на месяца два. Вот, я хочу поесть фрукты. Я буду себя контролировать, но я хочу фруктов. Поэтому немножечко сейчас питание будет такое интуитивное. Чего хочется, того и буду кушать. Вот, так что я надеюсь, вы меня поддержите. И следующее взвешивание вы уже увидите только 1 числа. 1, получается, что? Июля. Вот. Ну, надеюсь, что я много не наберу. Набирать я вообще не хочу. Я хочу в этом весе быть. Поэтому, ну, я буду себя контролировать. Я думаю, что все получится. На голове, конечно, полный бардак. Вот. Сегодня солнышко побольше печет, но я снова не брала никакой крем. Надеюсь, что я не сгорю. Я сейчас чуть-чуть так посижу, полежу и буду накрываться, чтобы не сгореть. Хотя я не думаю, что уже плечи смогут сгореть. Уже я, наверное, не буду сгореть. Да? Заодно и посмотрим сегодня вечером. Неси, маме, неси. Где? Потерял. О, блин, пошел, пошел, мило. Ай, нашел. Скорей, давай, давай. Нет, давай сюда. Давай. Какой жадина, камни не даешь. Давай, маме, неси. Вот там на входе стоит все равно охранник. Там загорожено забором. И я так и не пойму, по каким критериям они пускают и выпускают с пляжа, потому что меня пропустили и забор закрыли. Мишеля уже с собакой не запустили. Вот. Потом я вышла, сказала, что они со мной, и их запустили. Может, потому что... ну, можно подумать, потому что дети... Так нет, они не пускают даже взрослых. Я слышу, что говорят, пляжи до 6 числа закрыты. Ну, соответственно, никого нельзя пускать, но они пускают. Так что вопрос, конечно, как они работают. Но раз мы на пляже, значит, пляжи открыты все-таки. Какие красивые здесь. Как так надо было нарисовать? Класс. Гомова. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер. Прикольно.